Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор пустых баночек за месяц март. Целая сумка огромная. Миша сказал, что это у нас рекорд за все месяцы, и конкретно здесь 37 баночек от Oriflame и 12 баночек от других производителей, но мы не покупали эту продукцию, присылали на обзор. 517 баллов, 34 349 рублей по ценам 4 каталога, и если пересчитать по цене со скидкой 20% по цене консультанта, 27 479 рублей. 7000 разница. Ну, сумма, конечно, просто пугающая. Как на 34 тысячи семья из трех человек могла столько потратить денег? Вот. По поводу другой продукции не смогли посчитать цены, потому что некоторая продукция уже не продается, какая-то непонятная, но несколько продуктов мы нашли, я цены их чуть попозже озвучу. Ну что, посмотрим, что у меня есть в заказе. Конечно, Wellness. Wellness коктейль ванильный, очень люблю именно этот вкус. Если выбирать между клубничным, шоколадным, ваниль, у меня на первом месте. Кстати, еще есть вот такой коктейль протеиновый, две упаковки закончились, одна была начатая, одна была новая. Так вот, у Миши сейчас папа лежит в больнице, и у него по анализам низкий белок. Врач сказал, что ему нужен коктейль белковый. Показали наш коктейль, он сказал: отлично, даже ничего думать не нужно, заказывайте именно этот коктейль. Вот он пропил вот такое количество, анализы сейчас хорошие, сказали, больше коктейль не нужен. Так что работает круто, это видно. Здесь у нас что-то заначка запрятана. Так, эти уберу банки. Как раз сюрпризик лежит, та продукция, которая не от Oriflame, я ее сразу вам покажу. Целая коробка, мы ее сложили сюда, чтобы не рассыпать. Итак, что получается? Наверное, это тушь O2O. Не понравилось, не пользовались. То есть я попробовала ей красить ресницы, абсолютно ничего не получается. На первый взгляд щеточка классная, она силиконовая, такая мелкая, должна хорошо разделять, но что-то не подошло, ни мне, ни дочке не понравилось. А я тем более, что не люблю, когда ресницы, ну как бы вот, я уже привыкла к щеточкам от Oriflame, и я начинаю ими красить, мне сразу нравится, то есть ресницы видно, все хорошо, здесь крашу, какие-то выделяются, какие-то нет, то есть мне не понравилась тушь. И как раз вот она стоит 12 долларов, представляете, 12 долларов, переведите на сегодняшний курс, вот так закажешь и без рекомендаций, и не знаю, понравится или нет, но вот мне не понравилось. Так, вторая тушь Банксир. Вот, кстати, мне когда присылали из Банксир, много продукции было, прям целая коробка, и мне много чего понравилось, вот прям реально есть продукция у них очень даже неплохая. А тушь ужасная. Она, я так поняла, была водостойкая, ну как-то я выбирала не водостойкую, но прислали водостойкую, потому что смыть ее было вообще невозможно, и она вот сухая, то есть никакие ресницы не получились, то есть я там что-то красила, в общем-то нет, тушь не рекомендую. Тут еще есть один прикол, целая коробка, это все для ресниц. И самое смешное сейчас, если получится показать, мы так с дочкой смеялись. Идея классная, кстати. Сейчас я вспомню, в каком это флаконе. Так, первый, наверное, шаг, есть второй, есть третий. Сейчас посмотрю. Да. Значит, смысл какой? Нужно накрасить. Тут какая-то подводка, даже не поняла. То ли для роста ресниц, но, честно говоря, страшно даже красить. Два шага. Красишь тушью. А тушь, видите, какая? Вот она прям вытягивается какими-то длинными этими, как, я не знаю, как слюни. А вторая щеточка — это просто мохнатки. То есть вот здесь просто как мелкие волокна для того, чтобы удлинить ресницы. Это действительно каким-то образом начинает работать, но это потом осыпаются волокна, лезут в глаза. А у меня глаза чувствительны, это было что-то страшное. Я сказала: нет, я даже не буду пробовать красить отдельно тушь, не помню, ну нет, не подошло. Отдала дочке, говорю: попробуй. Она так и не попробовала, говорит: мам, что-то я это, нет, вообще мало красится косметикой.
Поэтому уж Oriflame проверенная классная тушь, для моих чувствительных глаз она подходит идеально. Так, далее помада O2O. Вот она, вот такая помада, такой дизайн, кстати, симпатичный, ну так можно сказать, чистенько, так ярко, сочетание белого с золотом. Помада наносится классно, я сейчас попробую на руке. То есть кисточка удобная, то есть помада сразу вот наносишь, цвет красивый, губы красивые, проходит минут 15-20, и такое чувство, что надо срочно губы увлажнять, просто как будто из них высосали воду, они вот так начинают съеживаться. Потому что это просто не то что неприятно, это такой огромный дискомфорт. И вот у меня была такая ситуация, я накрасила губы этой помадой, и мы уехали в кино, ребята, и у меня ничего с собой не было, ни бальзама, ни смягчающего средства, ни другой помады Oriflame, потому что Oriflame помада все увлажняющая. Вот у меня сейчас на губах новинка серии Oncolor, жидкая матовая в тюбике, какая она легкая, мне кажется, у меня прям губки мягенькие, увлажненные, мне так хорошо, не сковывает вот движение рта, ну вот просто как будто нет помады, просто хорошие качественные губы. Что было, я ее пытаюсь стереть, у меня просто губы все съеживаются, я их все время облизывала, короче, я так измучилась. Я единственное, о чем я мечтала весь фильм, быстрее попасть домой. Я прилетела домой и намазала смягчающим средством губы, чтобы их спасти. Вот поэтому я просто нашла, я же говорю, перебираю коробки, запасы всякие, все сейчас стараюсь, что ненужное, выкинуть. И вот если вы мне будете писать: Лиля, отдай мне, ребят, не отдам, вот правда, я не могу такую вот продукцию, которая мне самой не понравилась, я не могу ее отдать. И вот эту не помню, а вспомнила, Фокалюр, у нее такой запах специфический, страшный какой-то, технический, я даже не могу сказать, такая хлюпает, вообще неприятный продукт в целом, поэтому нет, не будем о нем долго говорить. Потом дочка, значит, выбирала вот такие жидкие подводки блестящие и говорит: они не красят, представляете, не красят. Вот вы закажете, что-то может быть действительно понравится, что-то нет. Ой, а эта помада смешная, смотрите, кстати, помада сама по себе хорошая, вот здесь она получается двойная, но у нее кисточка, первый раз когда ее доставала, она сразу, я вот так достала и смотрю, что-то висит, я не могу понять, то ли помада, ошметок. А это оказалось, это губка, которая приклеена на вот эту трубочку пластиковую, она просто в одном месте слезла, если вот так увидите, он просто слезла. Я такая: а как же ей красиво, такая маленькая тоненькая кисточка, так-то помада красивейшая по цвету и неплохо на губах лежит, но краситься не стала. А с другой стороны, карандаш, карандаш, идея классная, да, то есть и дизайн прикольный, а карандаш, он весь ходит ходуном, то есть он просто вынимается, то ли он подсох, то ли что, то есть накрасить губы вот таким, то есть он вот так шатается весь, хотя ложится тоже хорошо карандаш. Все, я не красилась, поэтому думаю, все, выкидываю. И был набор таких карандашей, где-то еще много, наверное, дочка отдала, говорит: мам, я все равно не пользуюсь, и они, кстати, не рисуют на губах. Я так обрадовалась, там в коробке было штук 12 карандашей, вот где-то лежит эта коробка, найду, в следующий раз выкину. И я так обрадовалась, думаю, класс, будут карандаши под любую помаду, на любой случай. А они не работают, то есть их вот на руке рисуют, многие так карандаши, на руке пробуешь хорошо, а потом начинаешь губы красить или для глаз карандаши, а на коже вокруг глаз, да, вот на веках не рисуют, поэтому тоже как для меня, да, такая проверочка, а будут ли рисовать на губах или на глазах. Так, и какая тут помада Фокалюр, 435 рублей стоит, а вот это O2O 12 долларов, представляете, за 12 долларов по нынешнему курсу купить такую помаду и просто бежать домой из кино, чтобы намазать губы смягчающим средством. Так, и вот еще покажу, тоже не Oriflame, это мерцающий кофейный скраб для тела, это дочке дарили на день рождения, девчонки кто-то подарил, уже второй раз ей дарят, волшебный, вот просто волшебный, запомните вот эту упаковку, он стоит, по-моему, закрыла телефон, 600 с чем-то рублей, ну можете тоже на сайте посмотреть,
мерцающий кофейный скраб для тела Rose Girl, 200 грамм, аромат бесподобный, я сама пробовала, пахнет кофе так вкусно просто. Но самый эффект, вы представляете, вот делаешь скрабирование, особенно руки, ноги, особенно летом, и вот аккуратненько вот зону декольте, потом смываешь все, а блеск вот этот, знаете, как лоск холеный, остается на коже. Это невероятно красиво, и вот просто вот действительно понравился продукт, классный, и упаковка забавная, да, вот такая вот веселенькая для девочки, 7 days, то есть на 7 дней, наверное, 7 раз скрабом попользоваться. Вот, ну то есть и дочка довольна, и мне понравилось. Так, что у меня здесь, краска для волос, слушайте, ребят, такое чувство, что скоро Донскова будет в другом цвете ходить, потому что краску для волос у меня в запасе, по-моему, 4 упаковки всего. Краску заказать невозможно, ее нет на складе, я не знаю, будут ли ее привозить или не будут в ближайшие месяцы, то есть у меня по идее на 4 месяца, это апрель, май, июнь, июль, а в августе уже встает жирный вопрос, чем я буду краситься. Надеюсь, что краску завезут, либо будем выбирать мне новый цвет волос, не знаю правда какой. Краска волшебная, правда, очень ее люблю, сами видите качество волос, учитывая, что волосы мне полностью сожгли, когда выводили черный цвет, и они все-таки у меня ожили, живые, классные, я очень довольна. Но это не только краска способствовала, в основном, мне кажется, огромную роль сыграли в спасении волос масла Элио. Вот, если бы не эти масла, я даже не представляю, мне пришлось бы делать очень короткую стрижку. Так, Миша отдал баночку витаминок мужских wellness, у нас в запасе каждому по 2 упаковки. Так, сейчас будем, да, переходить в режим экономии, хотя не то что прям строгой, жесткой, но все равно, я даже сегодня с дочкой поговорила, она у нас голову моет каждый день, почему так часто, многие спрашивают, она занимается танцами очень активно, 4 раза в неделю, то есть вот эти тренировки динамичные, 1,5 часа, и конечно приходится мыть волосы каждый день, и каждый день маска или бальзам, да, масла, потому что волосы у нее очень длинные. И я говорю, ты там поэкономнее, масочки, бальзамчики, расходы. Она, почему? Я говорю, цены выросли. Она, да. И такая зависла, да. Я говорю, да. И собаки теперь купим. Мы собаки лапки мыли всегда каким-нибудь гелем. То есть я беру вот такой вот флакон у нас от геля или от жидкого мыла, и я в него наливаю какой-нибудь гель или пену для ванны большую беру, ему наливаю и лапки моем. Сегодня я говорю, Миша, поищи какое-нибудь недорогое жидкое мыло для манька, все, будем экономить. Так, держу в руках пенку Novage для чувствительной кожи. Честно говоря, у меня кожа не чувствительная, и пенка очень комфортная, она очень комфортная в использовании, она очень чисто отмывает, но почему-то мне она вот не зашла, чтобы ее повторить еще раз, нет. Мне очень нравится гель-тоник, вот именно гель-тоник, я не знаю, у меня прям вот кожа с ним, ну это вот такое стопроцентное, вот все, что ей нужно, и очистит, и мягенько, и не сушит. А вот здесь у меня такое чувство, что мне как бы суховато после этой пенки, хотя странно, вроде бы для чувствительной кожи, но продукт в использовании мега приятный. Вы представляете, раз, один раз нужно нажать, появляется пенка. Ну, такой дождь зарядил, слушайте, я думаю, что так шумит. Пенку распределяешь на мокрой коже, легкий массаж, вот эти пузырьки, очень все понравилось. Но кожа как-то вот сказала, нет, нет, вот гель-тоник, вот это да, а это все-таки вот попробовала, больше брать не буду. Так, ну что, здесь все подряд буду доставать. Лимон и вербена, это лосьон для тела, но я использовала его в основном для рук. Вы знаете, это настолько удобно поставить на рабочем столе. Я сажусь, раз. Кстати, вот сейчас бы я с удовольствием руки помазала кремом, потому что мы только вернулись, там чуть-чуть осталось, дайте мне капельку. Ой, как он вкусно пахнет. Очень удобно, то что не нужно откручивать крышечки. Раз, нажала, ручки намазала, все увлажнилось, все хорошо. Еще и помада у меня здесь.
Очень нравится. Поэтому сейчас вот у меня несколько тюбиков крема, я их закончу и опять поставлю лосьончик такой на стол. Уже кремики будут у меня только в ванной и на кухне. На кухне, потому что я очень жирный крем всегда ставлю, чтобы он справился с сухостью кожи после приготовления пищи. Маска для лица серия Love Nature. Кстати, у масок вот объем 75 миллилитров, это много, их надолго хватает. Кстати, вот здесь объем 300 миллилитров аж. Очень хороший объем для лосьона. Итак, маска скраб, она подходит и для сухой кожи, потому что она гелевая, она очень мягенькая. Мне кажется, даже вот такая кожа чувствительная, если просто ее нанести как маску, и там легкие такие отшелушивающие частички с приятным ароматом, то есть она настолько нежненькая, и просто она и размягчает вот этот верхний слой кожи и хорошо отшелушивает. Поэтому у нас всегда вот такая масочка открытая стоит. Используем до последней капельки. Эта дочка используется. Я мицеллярку вообще не воспринимаю, не знаю почему. У меня нет потребности в моей коже или в макияже удалять именно мицеллярной водой. Ну, мне не нравится. Я перепробовала всю. Да, неплохо, да, здорово там очистить это вот загрязнение. Но макияж до конца мой удалить невозможно. У меня мой макияж удаляет только то, чего здесь, по-моему, нет. Да, здесь нету. Только средства для снятия водостойкой косметики. Хотя у меня не водостойкий макияж, но так как я много крашусь, много слоев туши, частенько стрелочки, тени на жирной основе, внизу подводка, то есть макияж сложный, многослойный, особенно для видео, видео мы снимаем часто, поэтому это не справляется. А дочка только мицелляркой пользуется, как раз ей очень нравится. Так, это я съела кондиционер для волос Botanicals. Мне очень нравится эта серия, особенно ее аромат. Кстати, кто-то писал, что жимолость не переносит, но пользуется этой серией, потому что эффект вау, просто волосы становятся живые. Смотрите, удобно то, что крышечка вот такая вот, не надо откручивать, а раз. Ну и последнюю капельку я разрезала просто, ну, потому что жалко, чтобы не пропала ни одна капелька нужна. Настолько он хорош. И шампунь в этой серии потрясающий. И вот это средство для купания. И дизайн мне очень нравится. У меня вот эти флакончики коричневые. У меня у мамы такой есть. На кухне стоит там фейри как раз в этом флакончике, потому что удобный, хороший, качественный дозатор. Мне нравится то, что непрозрачная бутылочка. То есть, если вы хотите туда, да, что-то вот, ну, какие-то средства наливать, то это просто очень здорово. Так, гель для интимной гигиены закончился. Кстати, вот из всех я люблю именно с зеленой крышечкой. Я это теперь точно поняла, потому что специально пробовала тот, но вот с зеленой крышечкой больше всего понравился. А он у нас успокаивающий. Вот, он такой мягенький, деликатный, нежный. И с алоэ. Хороший уход. И, кстати, здесь объем тоже 300 миллилитров. Надолго хватает. Одна капелька всего геля для интимной гигиены и все хорошо. Даже вот без этого средства я тоже не представляю своей жизни. Вот есть продукты в Oriflame, без которых я могла бы жить, но вот гель очень хороший и идеально подходит, потому что еще важно, чтобы средство подходило, схватило свой любимый крем экологен Wrinkle Power дневной с SPF 35. С SPF 35, кстати, какой высокий SPF здесь. Пустая баночка до последней капельки. Вы знаете, я когда увидела, что цены вырастут еще на 30%, что я заказала? Целый набор коллаген сразу, потому что это вот продукт, без которого я тоже жить не могу. Мне нравится состояние моей кожи, мне нравится то, что нет ярко выраженных морщин, заломов. И как бы вот взросление, я даже не могу назвать это старением, взросление, оно происходит не так стремительно и не так жестко, то есть бесстрессово. Да, я вижу, что кожа меняется, ну как бы, ну это нормально, все люди меняются. Я вот думаю, что все-таки вот эти вот средства играют огромную роль в том, что сохранить кожу, дать ей все необходимое. Но тут важен такой момент: использовать нужно комплекс целиком. То есть вы не можете взять, например, я буду умываться таким средством, сыворотку возьму из другого, это из третьего, а вот крем возьму на вейдж какой-нибудь.
Нет, так не работает. Только весь комплекс, потому что каждый продукт уже начинает включаться этот механизм, и в совокупности они дают тот самый клинически доказанный результат. Ведь недаром на этой серии написано, что на 49% сокращаются мимические морщины. То есть сейчас приплюсовать мне 50% мимических морщин, это будет вообще катастрофа. Так, эта дочка отдала флакончик, масло масляное. Кстати, масла шикарные в Oriflame. И вот больше всего, конечно, я люблю Элио, но вот эти масла серии Love Nature, чем они мне нравятся? С ними можно делать массаж, принимать ванну, делать ванночку, когда там маникюр, педикюр делаете. С ними можно купаться. А, это я уже сказала. Массаж, это сказала. Волосы, вот. Можно, кстати, увлажнять кожу. Если кожа очень сухая, можно после душа или ванны нанести на кожу, впитывает все. И волосы, как делает у меня дочка. Она берет сухие волосы, наносит на них масло и заворачивает тюрбан и ходит час, там сколько-то там долго может ходить. Потом она смывает все это и бальзамчик наносит и смывает. То есть у нее волосы как шелк такие, просто классные. Поэтому она: мама, масло мне все время, масло просит, масочка. Кстати, я ей так редко пользовалась, в основном дочка. Ну вот я люблю ей дарить такие тюбики красивые, чтобы розовенькая была, она сама любит розовый цвет. Это ягоды, органические ягоды, маска питательная, классно увлажняет, она такая красивая, по-моему, да, это она, потому что был еще джем, но мне кажется, это как раз маска, да, классно. И крем у нее такой же для лица, тоже нравится, уже, наверное, 3 тюбика вымазала. Зубная паста для чувствительных зубов. Кстати, так вот бывает, что продукт недооцененный до поры до времени. Взяла я эту пасту, чищу зубы, никакого эффекта нету, и мне кажется, она слабенькая, нет вот этой вот ядрёности и так далее. И я говорю: не, паста мне вообще не нравится. И остается, ну, чуть-чуть я использовала, я ее закинула, ну, кто-то пользовался, Миша, Лера, и остается прям чуть-чуть, я попадаю к зубному. И она мне говорит: так, тебе нужна паста для чувствительных зубов, потому что у меня там два зуба, обнажилась шейка, и мне дискомфорт был. Она говорит: ничего страшного, пасту для чувствительных зубов, поделай вот эти аппликации, прополощи, все, все пройдет. Дала мне какую-то пасту, название специальную для чувствительных зубов. А я думаю, у меня же есть. Слушайте, она сработала круто. Я сделала буквально 3 раза эти аппликации, нанесла пасту, чуть подержала, сколько смогла, промыла все, выплюнула. Супер! Хотела заказать с 4-го каталога, а их уже нет. Оказывается, людям сразу она понравилась, пока до меня дошло. Так, что-то здесь повторяющее. Так, еще одна зубная паста. Это паста из старой коллекции, травяной комплекс, и она мне, кстати, вот нравилась больше, чем новая. Может быть, просто не привыкла еще к новой. Мне кажется, новая более мягкая. Я люблю, когда во рту аж прям вот, ну, чтобы вот звенело чистотой. Дочке подарила несколько тюбиков вот это маслица с пшеницей, авиос, нет, подождите, авиос и кокос, что ли, я забыла, что в состав входит. Вот этот тюбик нужно на минутку поместить в горячую воду, а потом нанести на мокрые чистые волосы. Один раз промыли волосы, наносите, а подержали несколько минуток. Здесь написано прям буквально, по-моему, на 5 минут, но можно держать дольше. Вот, кстати, обратите внимание, если пишет кондиционер, нанесите на 3 минуты и смойте. Можете смело умножать на 10, хоть 5, хоть 10, 15, 30 минут. Вот чем дольше бальзам на волосах, тем больше, лучший эффект. Так вот, она сказала: мама, слышишь, как мне они нравятся, что-то мне их раньше не давала. Ну, не давала, не было. Так, маска еще одна. И еще я вам сейчас расскажу про эту маску. Маска с огурцом, огуречная. Как я ее люблю. У меня нет такой вот необходимости там поры чистить сильно или там их жир убирать какой-то, но у меня нормальная стала кожа. Раньше была она комбинированная, конечно, но кожа меняется, что-то, да, есть плюсы в возрасте. Так вот, я эту маску обожаю, ее же здесь мало, 30 миллилитров всего. Я ее берегу, я нанесу, там лежит,
недавно на нее посмотрела и думаю, о, давно не делала, надо сделать. И не сделала. На следующий день смотрю, пустой тюбик стоит. Кто сделал? Дочка. Просто забрала мне всю маску. Я бы ее на 3 раза растянула. А это маска скраб, глин... Ой, подождите. Чайное дерево и лайм. Тут от одного аромата просто голову скружит. Чем она мне нравится? Вернее, почему эта маска у нас всегда есть дома? Маска и скраб очищающая. Эффект шикарный. Кожа после нее гладкая. Поры чистенькие. Она, вот прям кожа вся сияет, не пересушивает. И мне нравится, если времени нет или не хочешь ходить с маской, быстренько как скрабика можно сделать, но эффективнее именно когда вот масочка, чтобы вот ее прям положить на лицо на 10 минут. Если сохнет, помните, да, что надо увлажнить кожу, водичкой попшикать, и эффект супер просто. Ой, как еще много всего, я уже устала болтать. Вы еще не устали? Закончились капсулы, кстати, они стояли у меня долго, осталось 7 штук, то есть я пользовалась каждый день, их тут 28 штук, 3 недели, и бросила, недопользовала. И каждый раз смотрю, думаю, ой, надо сделать, ну надо как-нибудь сделать, ну сделаю, ага, сделаю, сделаю. И потом думаю, так, сколько может банка занимать место, практически пустая. И я взялась прям каждый день делала. Девочки, какой классный эффект. Вот сейчас же идет вот как раз смена климата, и когда мы из зимы в весну, вот этот переход, и кожа начинает шелушиться где-то, да, там как бы обезвоженность. А с этим маслом она у меня вот прям расправилась. Видно? Прям вот она какая-то стала эластичная. Вот я раньше не замечала настолько сильно вот этого вот эффекта, а сейчас я прям думаю, как такие классные рыбки, здесь рыбки, именно вот такие фиолетовые рыбки с маслицем внутри, и надо их наносить на чистую кожу, они впитываются, а сверху уже ночной крем, только на ночь. Так, этот крем, кстати, тоже хотела заказать на лето, с SPF 50, серия Optimus, 30 миллилитров, но SPF 50. Вот ну просто чудо, за такие деньги, но его уже нет на складе, крем шикарный, вот прям очень рекомендую, если его увидите где-нибудь, да, в каталоге на лето, чтобы защитить свою кожу от фотостарения, да это вот ну просто обязательно. Что у меня закончилось? Тональная основа Giordani Gold с пребиотической сывороткой, красивая крышечка, кстати, видите, она не изменилась, то есть крышечка осталась такая же красивая и яркая. Тональная основа бесподобная, вот просто я ее назвала поцелуй для моей кожи, потому что она как будто прям и выровняла все, и просто молодая красивая кожа. Действительно, я вижу огромную разницу, делаю фото до, то есть без макияжа, без тональной основы, наношу тональную основу, делаю фото, минус лет 10 сразу. То есть настолько вот сразу вот это сияние, ровность, легкая мимика уходит, она еще и увлажняет очень хорошо. Прям влюбилась в эту тональную основу. Как-нибудь повторю. Тоже серии Novage. Это эмульсия, сейчас скажу, как называется, дневная, ночная эмульсия против воспаления, то есть борется с воспалениями. Слушайте, работает она классно, на мне, на дочке не сработало. У меня, кстати, вылез прыщ вот тут вот. Я последнюю капельку как раз прям доставала ватной палочкой, не сработало. То ли она уже давно постояла, может быть уже, хотя срок, ну да, уже открыли, надо было выкидывать через 12 месяцев, мне кажется, она дольше стояла. А потом я взяла тюбик, тоже есть 24 часа, который наносится, через 24 часа прыща нет, она такой пленочкой прям закрывает. Вот он сработал сразу, а это 2 раза мазала, ничего, хотя до этого моментально помогала, а в этот раз не помогло. Так, что мы тут, что-то я выкинула, нашла. Это AZ бальзам. Фу, как он вонять начал.
как-то невкусно пахнет горчинкой. Он горчит губы. Никогда не заказывайте, если увидите где-то в распродаже. Он вам не нужен. Кусочек мыла из новой серии Skins and Moments Ocean. Ну, с океаническим, то есть аромат морской такой приятный. Аромат не яркий. Вот, мне кажется, серия Discover, там ароматы у мыла более такие выраженные, прям вот аппетитные. Не резкий аромат, не такой прям яркий, насыщенный, чтобы перебивал другие запахи. Но мыло крутое, такой большой кусок. Сколько здесь объем? По-моему, сейчас точно скажу, 90 грамм, да. Большой кусок, очень хорошая мылкость, пенка нежная, мягкая, хорошо прям вот отмывает и не сушит. Вот что я хотела сказать, что не сушит. И что мне нравится, кусок плотненький такой, крепкий, хороший, форма удобная, то есть она как бы вот такая обтекаемая, как камешек. Хорошее мыло, очень понравилось. Так, маска для волос одна только, на одну забыли. Сейчас прям возьму все пакетики. Масочка для волос с бананом, она, по-моему, увлажняет, да, для сухих волос. Только от одного аромата можно влюбиться в эту маску. Волосы, конечно, после этой маски, она мне напоминает маску из краски для волос. Там тоже такая волшебная маска, она как будто, не знаю, волосы такие богатые становятся, блестят, шелковые. Три пачки киви съели. Слушайте, я почти каждый день делала. Я беру один, режу пополам, утром приклеила, ну иногда забываю. Ну и вот у меня за неделю пачка улетает, ну неделя с небольшим. Очень нравится, волшебный. Иногда беру на лоб, приклею, вижу, что вот, ну хочется как бы вот, когда много думаю, вот это собирается. Поэтому очень понравилось. А вот про эту маску я вам рассказывала, отдельное есть видео. Нет, рилс, наверное, или есть видео отдельно? Нет, только рилс. Маска увлажняющая с персиками. Слушайте, как она пахнет персиками, когда я ее открыла. Это вот живые, сочные, спелые персики. А специально не выкинула вот эту ткань, потому что это просто надо видеть. Смотрите, это переработанные волокна бамбука. Вот такая вот крутая штука, легенькая. В ней столько было много сыворотки в этой маске. Я думала, я просто захлебнусь ей, потому что я подержала на лице, вылила сыворотку, на шею переложила, на декольте. То есть я целый час делала эту маску, потому что это вот сколько они сюда сыворотки этой влили, вкуснейший. Какой эффект? Так, это выкинем. Увлажнение. Вот я прям маску сняла, лицо такое розовое, кожа прям вот мягкая, такая отдохнувшая. Нет, конечно, маска не выгладит нам все морщины, естественно, но представьте, если каждый день у вас идет в рационе ухода за кожей комплексный уход, два раза в неделю маска, может быть, еще раз в неделю добавили тканевую, как массаж вот нашим аппаратом Skin Pro Sonic. Вот оно все в совокупности, и то, что вы защиту от солнышка делаете, это все дает результат. Не вот так прям раз и все, и я помолодела на 10 лет. Нет, ну просто каждый день вы будете делать эти простые действия, и у вас будет стабильное улучшение идти. А потом как будто бы заморозилась и перестаешь стареть. Вот это самое прям вот супер. Так, это кто такой маленький? Вы, наверное, такого крема никогда не видели, потому что это крем алоэ, который я разрезала и тоже использовала до последней капли. Шикарный крем. Вот просто люблю эту серию, тоже разнообразие большое по ароматам, и с персиком есть, и с авокадо, ой, как мне с авокадо нравится, с арникой, с кокосом, по-моему, все. Их очень много, и они настолько приятные, быстро впитались, увлажнили, то есть как будто вот такие маленькие помощники, и никакой липкости, ни следа не оставляет. Как, кстати, и вот чем я люблю этот лосьон, он моментально впитывается, и кожа такая мягкая, такая увлажненная, прелесть. Так, здесь столько мелочей разных, сейчас все достану, и пакет пустой.
масло чайного дерева, эта дочка тоже отдала. Мне кажется, у нас в каждый раз, когда мы записываем пустые баночки, есть как минимум один флакончик чайного дерева. Представляете, сколько его нужно? Она им очень активно пользуется, потому что на коже воспаление бывает, на нервной почве. Я надеюсь, сейчас она диплом защитит, перестанет нервничать, и все будет хорошо. Это помада жидкая из серии Giordani Gold, старая помада. Просто лежала, я ее вам показывала для образца, и никто не красился уже, потому что здесь такой цвет, ну и она уже просроченная. Просто вам ее показывала, а потом у меня появилась теплый кашемир, и я ее увидела, потом надо выкидывать старое. Так, закончился мультиактивный бальзамчик, тоже прям кисточкой даже выковыривала. Он прекрасен в серии Zivan. Если вот вам нужно хорошее качественное увлажнение губ, чтобы не переживать, что там будет горчить, перчить, стягивать и так далее, но вот что единственное по цвету, смотрите, они все идут цветные. И я вспоминаю вот предыдущую серию, тоже мультиактивные бальзамы, там был бесцветный. Ну, то есть он просто легкую розовиночку держал, мне кажется, он был самый популярный, а потом стали делать цветные. Это здорово, это удобно, уже как будто губки подкрашенные, они в это время увлажняются. Но это просто, наверное, номер один из всех бальзамов. Даже если поставить сюда смягчающее средство, да, на сравнение, то все равно мне кажется, это самый крутой продукт. Он не дешевый, но он стоит этих денег, и еще в нем содержится SPF, по-моему, 15, если не ошибаюсь. Бальзамчик детский Рапунцель, серия такая была. Я не знаю, я люблю детские бальзамы, я их покупаю, но если сравнивать, например, была серия Микки Маус, то тот бальзам мне понравился больше. Во-первых, он и с ароматом вкусным, и на губах лучше. Я, конечно, использовала до конца, до последней капельки, здесь прям вот ничего не осталось, но Микки Маус мне понравился больше. Так, помада тоже от старости просто выкидываю, тоже ее раньше показывала, чтобы увидеть, чтобы вы увидели, как она выглядит, но у меня появилась новая, поэтому эту можно выкинуть уже просрочно. Для рисования стрелочек есть такой вот маркер. Конечно, если выбирать из всего, что представлено на рынке, это подводки, карандаши, какие-то еще приспособления или вот этот маркер, то он, конечно, победит, потому что это самая удобная форма. Как вот мы пишем ручкой, то же самое здесь, раз, и стрелочка готова. Но есть один нюанс: так как я сначала крашу тени, а потом рисую стрелки, чтобы тени не забили стрелку, чтобы она осталась интенсивная, такая выразительная, забивает тени вот этот кончик острие, то есть и уже не красит, то есть быстро заканчивается. Поэтому я все-таки перешла на жидкую подводку, научилась виртуозно рисовать стрелки за 5 секунд и пользуюсь жидкой подводкой. И закончился любимчик, любимчика серии Zivan, консилер. Кстати, консилер я открыла для себя не так давно, ой, там еще капелька консилера была, не так давно открыла для себя консилер. Раньше мне действительно хватало, так буквально тоном прошлась каким-то легким, естественно, не для жирной кожи, а каким-нибудь таким вот с питательными компонентами, можно было, да, и под глазки носить. Но все-таки сейчас я стала замечать, что лучше, когда с консилером, то есть более ровная кожа, более молодая она выглядит. И этот консилер невероятный был. Если сравнивать с новым, который вышел, я не могу сказать, какой из них лучше, но тот более плотный. Эффект, конечно, с ним легче добиться, но если бы оставили этот, а новый не выпускали, я бы и была им все равно довольна до бесконечности, и мне не нужна была замена, не знаю. Он очень классный, этот консилер. Фух, сколько я вам наговорила всего. Много. Надеюсь, полезный обзор поможет вам в выборе продукции, тем более, что сейчас, учитывая повышение значительное цен, мы уже, наверное, не будем так расточительны, как раньше. Например, можно не покупать дорогие скрабы. Мы сейчас стали с дочкой делать сами кофейные скрабы.
берем из кофемашины вот эти вот таблеточки прессованные, которые очень вкусные, потому что зерновой кофе, сами сделали все. Я добавляю туда масло, например, беру немного масла, добавляю немножечко геля или вот жидкого мыла, гель любой, можно интимку, все что вот мылкое такое, добавляю воды, делаю замес такой приятный и купаюсь. Но делаю на один раз, потому что иначе он пропадет. Это вот сделано все вот да, замесили, если оставить стоять, то просто он заплесневеет даже в холодильнике. Я первый раз сделала много, у меня часть пришлось выкинуть. Так вот, делаем сами скраб. Я не знаю, что мы еще сами научимся делать или вспомним бабушкины рецепты какие-то красоты. Пишите, какая у вас ситуация, что думаете, да, какие у вас любимые продукты, без чего вы не сможете жить. То есть есть в Oriflame определенная категория продуктов, которые вы скажете, сколько бы они ни стоили, я все равно буду их заказывать. Ну, в общем-то, все. Спасибо вам за внимание. Желаю вам хорошего настроения и до новых встреч. Ну, по крайней мере, через месяц точно мы встретимся с подобным обзором пустых баночек. Вот и посмотрим, насколько мы станем экономными и сколько у нас будет пустых баночек. Всего доброго, пока-пока.